Комментарий к видео. Купилась на обещание, что покажете упаковку. А тут про розы. Время, деньги, вот нахрен тут эти розы. Извините, разозлилась. Там Наташу смотреть одно мучение, вечно полчаса настраивает экран, потом эти приветы в экран и только потом по обещанной теме. Надя пишет. Комментарий к моему видеодневник. Я там показывала, как я черенкую розочки. Хочу новеньким рассказать, что у меня есть такая рубрика «Видеодневник», и я там снимаю небольшие отрезочки из своей жизни. В основном, конечно, из творческой жизни, но иногда вот хочется что-то немножко отступить от темы, и вот, например, про цветы. Мне очень нравится выращивать цветы последние 2 года, как у меня появился свой дом. Поэтому я с удовольствием этим занимаюсь и хочу с вами тоже делиться, то есть не одна этому радоваться. И, кстати, несколько человек мне даже написали, как так у меня получилось укоренить розы, это так сложно, не у всех получается. На самом деле не все, конечно, черенки укореняются, наверное, 50%, может, даже меньше укореняются, остальные чернеют, я их выкидываю. Вот. Ну, я про то, что вот, Надя, если вы не хотите это видеть, вы все, что связано с видеодневниками, сразу пролистываете. То есть там бывает, когда иногда какие-то полезности, но в основном это про жизнь, про творческие какие-то моменты. Потом вот так. И сейчас я опять немножечко про цветы поговорю. У нас рядом с домом магазин, продуктовый магазин, но там есть немножечко хозяйственных товаров и иногда привозят цветы. И вот я все смотрела вот на эти цветочки. Это вот что такое? Ирис, да? Ирисы, нарциссы. И они стоили, то есть их же надо по осени, да, сажать на зиму. Они стоили порядка 200 рублей вот за несколько луковиц. А сейчас я смотрю, они уже 29,90. И я, конечно, не удержалась и взяла вот тут вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 луковиц. Конечно же, сейчас я не смогу посадить, потому что все снегом завалено. Но я хочу посадить их вот в такие горшочки и попробовать вырастить. У меня тут неожиданно распускается гиацинт. Вот. В начале декабря он уже набрал цвет и прям такой аромат стоит. Это он у меня будет, получаться, второй раз цвести. В том году я его садила, он первый раз цвел, и вот сейчас второй раз. Так необычно. Так, ну вот, обратно к цветочкам вернемся. Сейчас я их попробую посадить. Я не знаю, вырастут они у меня или нет в домашних условиях, но у меня в мастерской прохладно, поэтому, возможно, они вырастут. И еще вот такой грунт для орхидеи 99,90. Я тоже считаю, это, наверное, выгодно. Не знаю, я, в общем, начинающий цветовод по орхидеям. Ко мне приезжала подписчица Наталья и привезла 2 шикарные орхидеи. Спасибо, Наталья, огромное тебе. Я за ними каждый день наблюдаю, смотрю, поливаю. Так что надеюсь, что-то вырастет у меня. Ну, а сейчас давайте посажу. Ну вот, я посадила луковички. Не знаю, взойдут они или нет в домашних условиях. Поставлю их на солнечное место. Посмотрим. Если взойдут, хотя бы вот просто зеленушка какая-то, я буду очень рада. Нет, так нет. Буду вам потом рассказывать. Сейчас у нас будет распаковка. Новая посылочка мне пришла. Видели, да, как я аккуратно распаковывала посылку, чтобы не повредить пакет, потому что все эти упаковки, пакеты, пленки я потом повторно использую для упаковки. Так, не знаю, я, в общем, заказывала
рамочку. Мне очень понравилась рамка на Авито. Я сама рамки продаю. А тут вот захотелось. Но, к сожалению, рамочка вся поломана. Вот такой вот сюрприз. Причем, друзья, это не гипс. Я не знаю, что это за материал. Очень жаль. Конечно же, я ее склею. Но плохой отзыв. Не по продавцу. Продавец хорошо упаковал. Стекло, главное, не сломалось. А рамочка поломалась. Вот. Очень-очень жалко. Ну что, я ее склею. Она мне для антуража, для фотосессии, поэтому ничего страшного. И, кстати, у меня тоже моя рамка покупателю один раз зашла поломанной. Даже не один раз, уже дважды. Очень красивая. Ладно, как склею, я вам обязательно покажу. Ну, в общем, я склеила на горячий пистолет. С виду даже и не видно, что рамка где-то треснутая. Для декора как бы вообще идеально. Но я хотела сделать из этой рамки молд силиконовый. Я уже делала силиконовый молд из рамки. В принципе, он получился. И вот из этой я тоже хотела сделать. Ну, не знаю. У меня, кстати, на Бусти есть мастер-класс по изготовлению силиконовых форм своими руками. Вот именно по рамке я снимала мастер-класс. Поэтому, кому интересно, смотрите, проходите. Я все равно поставила 5 звезд продавцу. Хоть и рамка сломанная пришла, но он не виноват. Вы сами видели, как хорошо было упаковано, посылка. То есть тут Почта России постаралась, конечно. Я не знаю, каким образом они с ней обращались. Материал-то интересный. Это не гипс, это вот прям какой-то такой пластик, но очень хрупкий. И на клее пистолет моментально все схватывается. Я вот даже подвигать не успела, все схватилось, и поэтому получилась такая трещинка. Интересная продажа произошла у меня на Авито. Молодой человек написал мне личное сообщение и попросил выслать каталог моих готовых работ. Ему нужна была картина с цветами завтра, чтобы подарить ее своей любимой жене. Но у меня в наличии была всего одна работа с цветочками. По ней, кстати, у меня есть мастер-класс на канале, можете найти. Он решил ее купить, но захотел, чтобы я ее оформила в рамку и в красивую упаковку. Это мне не составило труда. У меня в мастерской всегда есть в запасе несколько рамок. А упаковку я купила в соседнем магазине. Когда я все оформила, отправила фотографию, его все устроило, и на следующий день он заказал Яндекс.Доставку от дома до дома. Жене очень понравился этот подарок, и я счастлива. У меня на днях купили практически все работы из каталога распродажи. Кто со мной на Ютубе давно, знают, что у меня есть такой каталог, ему, наверное, уже год, куда я выкладываю работы, которые мне, ну, я не скажу, что не нравятся, нет, тут есть стоящие, хорошие работы, ну, работы, которые мне немножко надоели, которые залежались и которые уже, ну, пора отправиться в новый дом. Поэтому эти работы я готова отдать за бесплатно, но за свой труд упаковки, переписки, похода на почту я там беру символическую плату 100 рублей за работу. Вот, и на днях на Авито девушка написала мне и попросила вот этот каталог. Она вышла именно на это объявление, вот картина за 100 рублей, видимо, привлекло внимание, такая акция. И она попросила каталог, я ей выслала, и она практически все работы
захотела оттуда приобрести. Вот, и сейчас я буду упаковывать ей эти картинки. Кстати, тут не только маленькие картинки на картоне, но в основном это какие-то небольшие вот эскизы, остатки краски с палитры я использую для этих работ. Давайте покажу работы побольше формата у меня там есть. Были. Да, я это видео снимаю для того, чтобы сказать, что вот временно этот каталог у меня пока не действительный, но я все равно его буду пополнять, потому что я нахожу на полках работы, которые, ну, залежались, о которых я забыла, и буду их также выкладывать в этот каталог, поэтому можете подписаться на него. Ссылку я даю в описании к каждому ролику и смотреть, что там будет появляться. То есть вот эти вот все работы она забрала, оплатила Авито доставкой. Сейчас я буду упаковывать и отправлю. Даже у меня там в этом каталоге были вот такие вот большие работы формата 30 на 40. Многие, конечно, удивляются, зачем я это делаю. Но, друзья, кто-то, может, помнит мое видео, где я сыном сожгла свои картины, пачку, большую довольно-таки пачку картин я сожгла. После этого видео было много комментариев, в том числе негативных. Но это было мое личное мнение. Личные отношения, да, возможно, где-то я переборщила и не стоило бы так делать. Ну, это уже не важно, время прошло. И умные люди мне посоветовали. Валентина говорит, зачем ты это делаешь? Выставляй на Авито за отзывы эти работы. И действительно, я так подумала, почему бы нет. Буду выставлять на Авито, буду рекламировать этот каталог на Ютубе. И вот прошел уже год, как я сделала этот каталог, и я смотрю, что у меня было продано из этого каталога порядка 200 работ. И вот эта пачка, тут около 40 работ сейчас, последние, я буду упаковывать их. И вот каталог закончился. То есть, как бы акция-то прибыльная получилась, да? И еще вот момент, о котором я хотела сказать. Благодаря этому объявлению я раскручиваю свой сайт, ой, ну, свою страничку на Авито. И я вам просто так вот сейчас все эти работы выкладываю, чтобы вы имели в виду, какие вот работы в этом каталоге у меня были, совсем какие-то такие вот эскизы, непонятные абстракции. Или вот, например, такая вот довольно-таки проработанная акварелька. То есть работы разного плана и на бумаге, и даже вот на ДВП у меня какие-то работы есть, были в этом каталоге. Так вот, что я хотела сказать. Благодаря этому объявлению на Авито у меня с него пришло 13 новых подписчиков. То есть это люди, не мои подписчики с Ютуба или с Инстаграма, это совершенно новые люди, которые на Авито что-то искали, нашли мою страничку по этому объявлению и подписались на меня. 1400 просмотров этого объявления, это тоже очень хорошая цифра для Авито, и 87 добавлений в избранное. То есть 87 человек наблюдают за этим моим объявлением и ждут каких-то, может быть, даже обновлений. Так что возьмите себе на заметку, что вот привлечением таких недорогих работ вы можете свою страничку на Авито немножко поднять в выдаче. Я думаю, что у каждого есть работы, которые, ну, хочется просто побыстрее от них избавиться и которые готовы прям, ну, отдать за любую цену, только бы не выкидывать, да, и кто-нибудь бы их себе приютил. Поэтому вот возьмите на заметку, что если вы там занимаетесь Авито, то можете также сделать объявление, где у вас будет, ну, например, вот у меня сейчас стоит 40, в одном объявлении 40
как бы штук картин. То есть я могу выложить, конечно, только 10 фотографий, но указать количество я могу любое. У меня сейчас стоит 40, и то есть если у меня там кто-то это объявление покупает, то ну, просто снимается какое-то количество объявлений, и дальше оно продолжает работать. Вот, друзья, все, что я хотела сказать про каталог распродажа. Смотрите, я буду его пополнять, потому что ну, все равно работы какие-то появляются. Такие вот абсолютно быстрые скетчи, остатки с палитры. Картоночек у меня много. Вот. Я буду продолжать. То есть мне краску с палитры выкидывать жалко. А вот нарисовать такие вот небольшие миниатюрки, которые можно красиво оформить в паспорту рамку, мне не сложно. А кому-то они доставят радость. Друзья, хочу представить вашему вниманию свой новый каталог работ друзей. В этом каталоге будут располагаться работы, которые написали подписчики из моей творческой группы на Boosty. Работы разного жанра. И пейзажи, и натюрморты, цветы, животные, морские пейзажи, городские пейзажи. На любой вкус и цвет, так сказать. Ну и на любой кошелек. То есть цены разные. И чтобы попасть в этот каталог со своими работами, вы должны состоять в моей творческой группе. Подписка всего 400 рублей в месяц. Но зато вы сможете разместить от 5 и больше работ. Если работа продается, я просто удаляю ее из этого каталога и заношу новые работы. Ссылку на этот каталог я буду прикреплять каждому видео на YouTube. Для того, чтобы прорекламировать начинающих художников, конечно, чтобы помочь им немножко в развитии своего творчества. Также я буду давать эту ссылку на каталог людям, которых интересует та или иная тема, но работ таких не оказалось у меня, например, в наличии. То есть своим потенциальным покупателям я тоже буду иногда давать ссылку на этот каталог. Работы остаются в каталоге, даже если вы вышли из группы. Но если вы захотите внести новые работы в этот каталог, вам нужно просто снова вступить в эту группу. Вот такая вот получилась большая коробка. О, тяжелая. Иду отправлять сегодня на почту России. И, возможно, даже вечером уже займусь каталогом распродажи, чтобы пополнить его новыми работами. А сейчас мне нужно, раз уж я иду на почту, оформить вторую работу, вторую посылочку, которую тоже вчера купили на Авито. Вот такие вот пиончики. Оформлять буду в гипсовую рамку диаметром 20 сантиметров. Нужно приклеить и как следует упаковать, чтобы работа дошла в целости. Хоть у меня очень крепкий гипс использован в изготовлении этих рамок, но все равно, конечно же, если наступить на нее, если бросить там вот на что-то жесткое, она может треснуть. Она треснет, но не разлетится, потому что я там использую фибру, такие волосики, которые сдерживают сломанные детальки, но все равно будет неприятно, поэтому, конечно же, упаковываю я очень тщательно. Купили на Авито 9 вот этих работ. Сначала у меня оформили Авито доставкой вот эту работу. Она, кстати, мне очень нравится. Очень интересная. Это выдуманная часовенка. То есть это не существующий какой-то объект, это так, фантазия. И потом девушка, видимо, прочитала объявление до конца, и внизу у меня было написано: остальные работы в наличии вышлю вам в переписке каталогом. Многие знают, что у меня есть каталог работ, каталог основных работ в наличии и каталог миниатюр. Еще у меня есть каталог распродаж, но я сильно его не рекламирую. Вот. И эти два основных каталога я отправляю всегда по запросу покупателям, которые хотят приобрести еще помимо чего-то там, что на Авито представлено. И она выбрала еще 8 работ плюсом.
Цены разные. За 1500 вот работа на холстике, за 500 рублей миниатюрки, за 700. И таким образом вот 9 штук. Я отменила как бы один заказ, и потом она одним лотом купила сразу же все работы. Вот эта работа, кстати, она очень старенькая, наверное, 17-й год. И один из художников на выставке «Арт Екатеринбург» мне сказал: не продавай ее, когда ты станешь известной, она будет стоить сумасшедших денег. Так смешно. И я действительно ее какое-то время не продавала, но она лежала на полках, пылилась. И я думаю, ну зачем она будет лежать? И выставила ее опять в каталоге, и вот ее купили. Да, интересный такой выбор у девушки. Обычно девушки покупают цветы у меня. Ну, по крайней мере, если берут несколько работ, то какие-то картины все равно будут цветы. А здесь цветов практически нет. Ну, вот эта работа сиренька напоминает отдаленно, да, цветы, но это абстракция больше. И вот девушка захотела здания, портреты. Интересный выбор. Мне понравился ее выбор. Буду сейчас упаковывать. Есть у меня паспорту такой вот квадратик. И он очень странного оттенка и текстуры. Какие-то розочки, такой золотой. Не знаю вообще, куда бы он мне пригодился, такого цвета. Я решила перекрасить сама. Мне нужно оформить вот эту работу свою, паспорту. Это холстик. И из альбома с холстами. И вот я хочу оформить паспорту, но цвет вообще ужасный. Перекрашу. Ну, может быть, он и не ужасный, но для моей работы он не подойдет. Поэтому я вот так вот намешала колер. И сейчас закрашу все. Наверное, еще придется с обратной стороны пройтись лаком или клеем ПВА, чтобы не повело. Так, вот выравниваю и буду валиком. Поролоновый валик. Если хотите ровно покрасить что-нибудь, стены, бумагу, картон, неважно, берите лучше поролоновый валик. Он всегда даст вам ровную такую, чуть-чуть с шагренью текстуру. Вот так со всех сторон. Так, вот какая-то пурга налипла, видимо, от ДВП, который там внизу лежит. Вот. Все. Закрасила. Можно еще более тонкий слой сделать. Ну, тогда будет видно эти розочки. Они как бы тоже не очень нужны. Хочется более такую однородную поверхность. Все, подожду, когда высохнет, и посмотрим, поведет или нет картон от краски. Отменила покупательница этот заказ для того, чтобы сделать заказ еще больше. Вот эти вот все работы она захотела у меня приобрести. Замечательная покупательница. Спасибо ей большое. И у меня, получается, сейчас в наличии больших картин не осталось, кроме оленя. Ну, про оленя я еще буду рассказывать. А это мои самые любимые работы, которые были в наличии. И все она их решила купить. Большая картина 80 на 80 сантиметров. Я ее писала еще, когда была в положении Михаэлем. И закончила уже, когда Миша родился. Вот символичная для меня картина. Ну и, конечно, она стоила нормальных таких денег. Я рада, что ее купили. Вот эта картина, она тоже со смыслом, символична для меня. Я ее писала по своей фотографии, по своему референсу. Это, в принципе, я. Я на фоне церкви была. И вот решила так интерпретировать эту фотографию. Получилась такая картина. Тоже она мне дорога. Нравилась. Конечно же, тут
Можно было много чего еще доделать, но я решила вот оставить ее так. И вот ее купили. Это девочка с отражением зайца в зеркале. И вот эти еще две работы она тоже взяла. Домик и зайчик с часами в большой круглой гипсовой рамке 30 сантиметров. Так что вот, друзья, можете меня поздравить с такой замечательной продажей на Авито. Это, наверное, первая такая большая покупка. У меня были продажи за 8 тысяч, за 10 тысяч. Ну вот, сколько вышло это продажей, я расскажу в своей группе на Бусти своим подписчикам. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь, будете тоже в курсе. И расскажу вообще про покупателя. Такой психологический портрет может быть. Но только там в группе, не здесь на Ютубе. Покрасила я все-таки паспарту еще с обратной стороны клеем ПВА. И он у меня выровнялся, стал абсолютно ровным листом. Когда я с этой стороны только покрасила, немножечко волной так вот пошел. А когда с той стороны еще ПВА полностью выровнялся и стал ровненький лист. Вырезала аккуратно окошечко. Вот вам может быть видно. Никаких засечек. Все очень ровно, аккуратно и оформила работу. Еще заодно оформила вот такую работу, тоже из этого заказа, и вот портрет. Хотя купили без оформления эти три работы, вот как эти, просто на картонках. Но вот он, господа, синдром самозванца в действии, как говорится. Захотелось сделать приятное человеку и немножечко еще в подарок оформить работу. Ну все, сейчас я все упакую и пойду отправлю на почту. Хочу показать, как я креплю картину на подрамнике к раме. Работа, подрамник. У меня вот такие вот плашечки из картона. Вообще лучше использовать что-то не рвущееся, типа стяжек такие, знаете, широкие для коробок, для мебели. Где, ну, как бы идет в комплекте с мебелью коробки, и там вот такие вот стяжки. Вот их можно использовать. Но у меня под рукой нет, а работу мне нужно сейчас упаковать. Поэтому я вот взяла картонный. Но они, в принципе, тоже нормально. И вот так вот зигзагом на степлер я прикрепляю работу к рамке с четырех сторон. Достаточно с четырех сторон. Большие какие-то я вырезала, чуть поменьше. Значит, сначала с одной стороны, потом делаю этот зигзаг. И уже к самому подрамнику. Скобки у меня самые маленькие, шестерки у строительного степлера. Больше не нужно. Работа на подрамнике, она легкая. Сама рама тоже тоненькая, легкая. Поэтому вот хорошо все держится. Сейчас сделаю, крючки прикручу и веревочку.